Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Многие люди в течение своей жизни переживают особо тяжелое состояние, которое называется отчаянием. У святых отцов есть очень мудрые размышления на тему отчаяния. Приведу вам слова преподобного Нила Синайского. Он говорит так: «Смотри, да никто не говори, много нагрешил, нет мне прощения». Так говорит тот, кто не знает, что Бог есть Бог кающихся. И Бог говорит: «Радость имеем о едином грешнике кающемся». А дальше особые слова. Согрешить – это дело человеческое. Отчаиваться – дьявольское. Потому что сатана был низвергнут в преисподнюю от отчаяния, не пожелав раскаяться. Вот эти слова буквально пронзают сознание. Если речь идет об отчаянии, о чувстве безысходности, это значит, дьявол господствует над человеком. Вот почему, переживая трудные обстоятельства жизни, мы никогда и ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах не должны впадать в отчаяние. Но нередко у человека не хватает сил сопротивляться. Особенно у людей нерелигиозных нет никакой опоры. А взгляд на окружающий мир человека отчаивающегося всегда исполнил глубочайшим пессимизмом. Нет никакой надежды, никакого просвета. И если это состояние отчаяния не остановить, то поскольку дьявол есть зло, а апогеем зла является смерть и небытие, то дьявол доводит такого человека до смерти. И причиной самоубийств всегда бывает отчаяние. С отчаянием сталкиваемся на многих путях жизни. От сложных внешних обстоятельств, от неудач в работе, от разлада в семье. Иногда бывает так, что и монашествующие, живя в монастыре, переживают это чувство. Помнить нужно, что если появляются признаки отчаяния, это значит, дьявол прикасается к человеческой душе. А ему мало отчаяния, ему нужна смерть, физическая и духовная. У святителя Иоанна Златоуста находим такие слова: «Не так губит грех, как губит отчаяние». Слова тоже пронзительные и очень правильные и верные. Потому что согрешающий человек может принести покаяние, даже если ему какие-то мгновения остаются этой земной жизни. Достаточно вспомнить разбойника на кресте. Какие-то действительно мгновения отделяли этого человека от смерти, реального грешника, разбойника, и он нашел в себе силы исповедовать в лице того, кто висел с ним рядом, Господа и Спасителя, и это исповедание было принято, и как покаяние
и как выражение глубокой веры. И разбойник оправданным вошел в Царствие Небесное. Покуда есть возможность жить, дышать, мыслить, никогда не должно отчаяние порабощать наше сознание и сковывать нашу надежду. Вот так и Златоуст говорит в другом месте, что если даже человек упал до самых глубин зла, то есть практически до ада, живя в этом мире, и то у него остается надежда на раскаяние. Отчаяние, несомненно, является опаснейшим духовным состоянием. Но оно же не вдруг наступает. То, что называется, не из пустоты возникает. Какие-то внешние обстоятельства подталкивают человека к этому глубокому переживанию, негативному переживанию. Вот почему все то, что происходит в нашей жизни, нам иногда кажется таким далеким от внутренней духовной жизни, а на самом деле во всем, что нас касается, и все, что мы переживаем, так или иначе связаны с жизнью нашего духа, с нашей бессмертной душой. И нет для спасения неважных обстоятельств. Потому и призывает нас Слово Божие и святоотеческая мысль к бодрствованию. Бодрствование – это способность контролировать свои мысли и чувства. Это способность создавать внутреннюю преграду для воздействия на нас дьявольского искушения. Вот эти навыки, эти мысли должны у нас, возникая в Великом посту, сохраняться, с тем, чтобы в самые трудные моменты жизни мы не оступились и не допустили роковой ошибки, но всегда сохраняли великую надежду на Бога, который радуется о едином грешнике, кающемся. Аминь.